что там чистее есть. Ну, вот подойду, что. По-прежнему впереди. Сегодня проводится первый этап чемпионата Амурской области по ледовым автомобильным гонкам. Также первый этап чемпионата города Благовещенска. 25 спортсменов, 26 спортсменов принимают участие в соревнованиях. Представители 8 команд, представители различных городов Амурской области. Это Свободный, Райчихинск, Завитинск. Ну, собственно, 30 заездов сегодня увидят наши зрители. Давай, давай, давай! 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 Давай!